Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Эти слова прозвучали в мае 45-го. Счастье наполняло сердца, и на глазах наворачивались слезы. Слезы радости и слезы горечи одновременно. Май 45-го – начало новой жизни, жизни без войны. И пусть проходят века и десятилетия, пусть одно поколение сменяет другое, но каждый год 9 мая люди будут поздравлять друг друга главными словами. С Днем Победы, Брест! С Днем Победы, брещане! Вот уже 77 лет наша страна отмечает этот великий праздник – День Победы. День, когда наши деды и прадеды разгромили врага, защитили Родину, освободили Европу и спасли мир от фашизма. Дорогие ветераны, любовь и признательность переполняют наши сердца. И мы говорим спасибо вам за все, что вы сделали для будущих поколений. Спасибо за победу, спасибо за свободу, спасибо за жизнь. 77 лет назад закончилась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Память о ней объединяет наше будущее и настоящее. Мы знаем правду, мы храним ее и никому не дадим переписать историю Великой Победы. Память сильнее времени. Она как лента, которая соединяет прошлое и будущее. У этой ленты есть начало и не должно быть конца. Наш священный долг – передать ее грядущим поколениям. Сегодня лента памяти разворачивается в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». И мы увидим лица тех, кто приближал победный май с каждым днем своей жизни. Мы увидим, мы услышим наших дорогих седовласых героев. Никто не забыт и ничто не забыто, говорят брещане. И каждый год 9 мая тысячи людей, жителей приграничного Бреста и его гостей, идут в священную цитадель Брестскую крепость-герой, чтобы преклонить головы и почтить память погибших в Великой Отечественной войне. И сегодня, через 77 лет, никто не забыт и ничто не забыто. Об этом говорят масштабы празднования Дня Великой Победы. На него в нашем городе пришло порядка 50 тысяч человек. В колонне не меньше 7 тысяч. Но главное на этом празднике – ветераны. Красивые, мужественные, седовласые герои, чья грудь усыпана медалями и орденами. Пройдя смерть и голод, видя разрушенные города и села, слезы детей и стариков, они не любят рассказывать про войну, потому что воспоминания до сих пор отзываются болью. А самые большие раны, которые оставила война, не на теле, а в сердце. Как досталась победа советскому народу? Тяжелый очень, но все же победили. Как было трудно, как было мучение, но все же русский народ к этому привык побеждать везде. Чтобы никогда не было войны, я ее испытала сполна. В 13 лет пошла воевать здесь, вот в Бресте. У меня всю семью расстреляли фашисты. Только что был мир и мир на земле. Добра и всего наилучшего. И здоровья вам всем. Люди страдали и боролись и на фронте, и в тылу, как могли, приближали великую победу. Народ был обессилен, но он сумел пройти все эти испытания и с гордостью вышел победителем. После мучительной войны все ощутили настоящее опьянение, так как долгие 5 лет ждали этого момента. И сегодня, спустя 77 лет, эту радость чувствуем мы, потомки героев. Thank you.
для вас значит День Победы? Это праздник, очень большой праздник, но, к сожалению, со слезами на глазах. Очень много людей погибло в моей семье. Я желаю брестчанам чистого неба над головой и чтобы никогда не было войны. Победа. В 1945-м она объединила всех. На улице вышла молодежь, обессиленные старики и дети. Все наперебой кричали охрипшими, сорванными голосами. Плакали и не сдерживали слез. Обнимались, словно родные, близкие люди. Сегодня еще живы те, кто видел этот день своими глазами. Об окончании войны студенты узнали в 2 часа ночи. Учился в Москве. И Москва, как муравейник, выступили на улице, независимо от того, знакомые или незнакомые, целовались, обнимались. Вот. Весело было. Это радость со слезами на глазах. Это День Победы, который всех нас объединяет. Это память о людях, которых мы не должны никогда забывать. Я думаю, это дань нашим предкам, это память о прошлом, которое мы должны знать, чтобы возрастить наше новое поколение. Жизнь и смерть – слова, противоположные по смыслу. Между ними целая пропасть, но на войне они идут рука об руку. Отпуская на фронт юношей и девушек в расцвете сил, взамен родители получали похоронки. Такую цену нашему народу пришлось заплатить за победу. Именно поэтому сегодня мы называем ее великой. Я родился в 1938 году и маленьким ребенком был в оккупации еще на Украине. Для меня это День Победы, День Освобождения, является для меня гордость, что наша страна победила. Память о тех, кто погиб, у меня будет всегда в сердце моем. Нельзя, чтобы плакали матери, нельзя, чтобы плакали дети. Война – это самое страшное, что может случиться на свете. Сегодня в торжественном шествии забыты все скорби и беды. Герои всегда в нашей памяти. Мы – дети Великой Победы. Память живая. Она живет в пожелтевших письмах, которые бережно хранят потомки. Она живет в фотографиях, пожелтевших от времени, но таких дорогих сердцу. Память живет в наших сердцах. Никто не забыт и ничто не забыто, говорят брестчане. Ведь время не властно над подвигом. Он золотыми буквами вписан в летопись нашей страны. Он в каждом из нас и в памяти белорусов в День Победы был, есть и будет. Ведь Беларусь помнит, помнит всех поименно. Наступила 77-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно несколько десятков тысяч брестчан собираются у звезды мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», чтобы почтить память тех, кто сражался за нашу родину, и поблагодарить ветеранов, пронесших сквозь года всю боль и скорбь той войны до сегодняшнего дня. День Победы, как он был от нас далек, 1460 дней непрерывных кровопролитных боев, унесших 70 миллионов жизней по всему миру и каждого третьего белоруса. 9 мая несколько тысяч брестчан и гостей города приняли участие в акции «Беларусь помнит», чтобы показать, что даже практически спустя век подвиг своих предков, дедов и прадедов не забыт. Наоборот, нынешнее поколение еще больше изучает историю и события тех лет, потому что знают, что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Это очень эмоционально. Для тех людей, которые, для которых это не просто так, это и поднимает дух, и слезу, и гордость за своих. Вот я бы хотел бы с отцом, с портретом отца, еще других своих. У меня мой дед погиб на Украине. Вот. Но у меня нет его фотографий, к сожалению. Я тоже бы его взял бы в свои руки. Взяв в руки эту фотокарточку, конечно, зная о том, что у нас имеется вообще в летописи 180 таких ветеранов, несем мы сегодня портреты 60, к сожалению, не все сохранились до нашего времени фотографии. Ну да, очень тяжело. Каждый из участников республиканской акции «Беларусь помнит» прекрасно знает все о подвиге человека, фотографию которого они несут в руках. Наверное, 9 мая – это единственный праздник, когда в глазах у тысячи людей читается одновременно и радость, и грусть. Как вы видите, он был снайпером.
как уже распечатаны документы официальные. У него на счету очень много убитых немецких офицеров и солдат. Он был ранен, дважды был ранен, но будучи даже раненым, он не ушел с поля боя, тем обеспечил прорыв своей группе, как там раньше, что у них там были, роты, да? Роте своей обеспечил прорыв. Я сегодня несу фотопортрет, фотокарточку Верещагина Николая Сергеевича. Он также работал в Брестской таможне. С ним имеется у нас такая интересная история. Уже послевоенное время как-то поступила жалоба в Москву о том, что этот инспектор вытянул золотые кольца из багажа сотрудников и требовали нам срочно разобраться. Но потом выяснилось, что у инспектора отсутствовала кисть левой руки после ранения на фронте. Вот такая вот с ним имеется история. Он был военный летчик, который прошел войну от Дальнего Востока и до Берлина. И вот недавно фильм, который был, снимали, полк, который бомбил Берлин, папа был в этой эскадрилье. Это Водопьян Гавриил Кузьмич, полковник. После армии он закончил даже академию и уже был начальником дивизии. С семьей, супруг, наш мальчик. Идем почтить память наших предков, наших дедушек. Это мой дедушка, дедушка моего отца. Служили, дошли до Берлина, оставили автограф на Рейхстаге. День тяжелый, памятный. Ну, как говорится, со слезами на глазах. Участие в этом большом белорусском проекте приняли порядка 7 тысяч брестчан и гостей города из других стран. В том числе из тех, где священный праздник, День Победы, фактически упразднили, и теперь там сносятся памятники советских воинов-освободителей и активно ведут пропаганду, направленную на обесценивание подвига Красной Армии. В данном случае речь идет о Латвии. Скажем так, сейчас это, наверное, главный волнующий вопрос всех, потому что, скажем так, население русскоязычное и русские православные люди, они всегда будут помнить, чтить, как бы государство закрывало, не закрывало памятник. Русские люди всегда придут и будут возлагать цветы, независимо ни на что. Ветераны Великой Отечественной войны не просто добыли самую важную победу для всего человечества, они благодаря ей сделали задел на мирное существование на несколько десятилетий вперед. Благодаря Дню Победы сегодня можно невооруженным взглядом увидеть, что белорусское общество консолидировано как никогда. И несмотря на все давление, которое сейчас происходит на нашу страну, люди становятся только сильнее и мудрее. Республиканская акция «Беларусь помнит» отлично показывает, что сегодня Беларусь – одна большая семья, объединенная общей идеей. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны и не допустить ее повторения никогда. Трудно сохранить глаза сухими, когда осознаешь, какой ценой эти люди добыли победу. Я очень хочу, чтобы наша молодежь, которая думает немножко иначе, чем мы, чтобы они немножечко задумались о том, сейчас же у нас столько примеров нехороших, негативных. Ребятки, берегите мир, это самое главное, это самое основное. Будет мир, и все будет хорошо. Мы должны передавать своим детям это все, чтобы они росли на этой всей истории, они понимали, что это такое, не знали, чтобы это никогда так не повторилось. Поэтому мы должны, конечно, это помнить, чтить, вот, и каждый год собираться. Нужно помнить все, что нам дали наши предки. Это наша жизнь, это все, чем сейчас мы пользуемся. Мы живем сейчас свободно абсолютно. Мы можем все делать, что хотим. Это абсолютно заслуга наших предков. Война, к сожалению, сегодня это недавно забытое слово. Оно сейчас эхом доносится до наших границ. Несмотря на это, государство делает все, чтобы белорусам никогда снова не пришлось браться за оружие, чтобы защищать свою землю. День Победы, мир, свобода и радость. Пусть и с нотками печали в воздухе. Нынешнее поколение никогда не допустит, чтобы война пришла на нашу землю вновь. Беларусь помнит. Александр Богданович, Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.
Да, действительно, память о тех, кто погиб во имя общей победы, сегодня живет в сердцах белорусов, которые делают все для того, чтобы никто не был забыт. На месте бывшего лагеря госпиталя «Ревир» прошла церемония возложения цветов к братской могиле, инициатором которой выступило Брестское областное объединение профсоюзов с участием председателя организации Николаем Шумом. Мы вместе с нашими коллегами, крупными общественными объединениями, профсоюзы, ветераны, БРСМ, собираемся вместе и возлагаем цветы к Дню Победы, памятника в обелиске, в данном случае на братской могиле, жертвам фашизма. Это лагерь госпиталя «Ревир». Погибло около 15 тысяч человек. Это и мирные жители, это и военнопленные. Поэтому, конечно же, мы должны помнить, какой ценой завоевана победа. Мы должны эту память передавать из поколения в поколение. Вот у меня на фронте в годы Великой Отечественной войны погиб дед, он форсировал Одер и получил смертельное ранение, не смогли спасти, захоронен в Польше. Мы сейчас видим, как идет осквернение вот памятников братских могил Польши. Конечно же, это недопустимо, это нас возмущает. Мы, конечно же, возмущаемся тому, что хотят переписать историю, хотят подменить понятие, принизить роль воина-победителя, его героизм. Мы должны всегда помнить о воинах-победителях, передавать вот эту память из поколения в поколение. Трагедия лагеря госпиталя «Ревир» под Брестом до сих пор остается в каком-то смысле загадкой. В списке немецких лагерей он не фигурирует. Нет ни его номера, ни точного количества, а тем более именного списка тех, кто там содержался. Однако точно известно одно. Здесь, в приграничном Бресте, в нечеловеческих условиях старались выжить взятые в плен воины от Белостока до Демблина, защитники цитадели, участники боев в районе Бреста, что по приблизительным подсчетам историков составляет порядка 15 тысяч человек. Поэтому нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для потомков неизвестной. Объединяясь вокруг памятных мест, вспоминая тех, кто не дожил до светлого дня, мы храним в сердце трепет к тем страшным годам, которые не должны повториться никогда. Для каждого человека, кто сегодня пришел в Брестскую крепость, а это тысячи людей, женщин, мужчин, девчонок и мальчишек, малышей с бабушками и дедушками, День Великой Победы – праздник ликующей радости, торжества и светлой печали. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал победу, а тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей памяти. Это день великого подвига. Он в каждом из нас. Это праздник единства поколений. Разрешите в преддверии самого знаменитого праздника в нашей стране, 77-й годовщины Великой Отечественной войны, поздравить вас с наступающим праздником от руководства таможни. Пожелать вам здоровья, счастья, быть всегда, как все ветераны, в строю. В кругу родных людей принимал поздравления с приближающимся Днем Победы ветеран войны Владимир Петрович Сатюк. Он прошел нелегкую и мучительную дорогу войны с надеждой, что будущее поколение будет жить в мирное время. Выразить признательность этому человеку за мирное небо над головой приехал заместитель начальника Брестской таможни Виктор Веремиюк вместе со своими коллегами и учащимися первой школы города Бреста. А этот герой, который встречает гостей в парадной форме, его имя Евгений Иванович Курнышев. И пусть виски давно посеребрила седина, зато его глаза сохраняют поразительную ясность, а в чертах лица читается мужество, чистота и душевность советского человека. За все 95 лет своей жизни он ничего не видел страшнее войны и ничего лучше Великой Победы. Поэтому каждый раз ждет этого праздника с особым волнением и трепетом и желает всем самого главного. Здоровья, благополучия, успехов во всех ваших делах и желаниях. И ни в коем случае
и чтобы мы не видели войны. С этим в полной мере согласен и Анатолий Петрович Феофанов. Его грудь усыпана медалями, одна из которых за боевые заслуги. На фронте он был с 1943-го. Ушел буквально со школьной скамьи. Для него, человека высоких моральных качеств, не стоял вопрос, нужно ли защищать родину. Быть честным, не прятаться за спины в переломные для страны моменты – это и есть любовь к родине, уверен ветеран. Если человек относится порядочно, если он не лезет в кусты и отдает свои силы на укрепление, значит, он любит страну. Не такие, которые прячутся в кусты, а потом с тобой выбрасывают свои лозунги. Я в 43-м году, еще будучи 16-15-летним, уже тогда думал, что надо страну защищать. Евгений Петрович, разрешите вас поздравить с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Пожелать вам от лица Московской администрации, нас всех, здоровья. Да. Бодрости духом, ну и всего-всего самого наилучшего. Примите наши поздравления. Сегодня много рассуждений разных мнимых историков и политологов, пытающихся трактовать Великую Отечественную войну в неоднозначном ключе. Гадают, кто прав, а кто виноват. Ставят под сомнение подвиг советского солдата. Но все слова меркнут перед слезами человека, который своими глазами видел весь тот ужас, пережил те трагические события и сквозь года смог донести ношу войны до наших дней. И в преддверии уже 77-го мирного дня Победы гордится тем, что их подвиг будут помнить всегда. День Победы всегда был. День народа – это самый праздник. Так, не могу. Успокойся. Успокойся. Не могу. Самый большой праздник наш. Вот. Все, не могу, ребята. Самое главное, чтобы вы не позабывали нас. Нашу работу. Вот. Чтобы всегда были, ну, как говорится, на высоте наших людей. Тех, кто в боях встретил нашествие врага, встал на защиту Родины, кто выполнял свой воинский долг под пулями, снарядами и бомбами противника, с каждым годом их становится все меньше, тем ценнее внимание, которое мы можем им оказать. Берегите ветеранов, каждый из них отдал часть своей жизни, чтобы сегодня жили все мы. В наше время очень важно знать и сохранять свою историю. Быть наследниками Великой Победы – высокая честь, и память о подвиге отцов и дедов мы должны сохранить живой и неоскверненной на века. День Победы – праздник, который для каждого из нас – символ великого героического прошлого, символ патриотизма, символ надежды и оптимизма для будущих поколений. Праздник Великой Победы – это боль и печаль, слезы и радость, гордость за мужество и стойкость победителей. Этот день для всех был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тяжелое время сплотившихся и отстоявших свою родину. День Победы – в этот день встретились фронтовики, ветераны Трудового фронта и те, кто просто помнят и чтят память тех, кто кровью добывал мир под ясным небом. Брестская крепость – место, где не принято громко ликовать. Но 9 мая в Брестской крепости звучит всегда по-особенному. Священная земля собирает воедино всех тех, кто хочет почтить память непокоренных сердец защитников крепости. 77-я годовщина Великой Победы собрала на священной земле, кажется, рекордное количество благодарных наследников. Ни расстояние, ни время, ни какие-то другие условия не смогли стать для них преградой перед тем, чтобы лично отдать дань памяти и уважения
героем той войны. Ведь помнить и бесконечно благодарить – это то малое, что мы, потомки героев-победителей, сегодня можем сделать. Никто не забыт, ничто не забыто. Ведь Беларусь помнит. Не только не сдаться врагу, защитить города и деревни, но и возродить жизнь на израненной и опустошенной белорусской земле. Задача посильна исключительно тем, кого можно назвать настоящими патриотами и настоящими людьми. Сегодня вся страна, ну, конечно же, брещена у стен легендарной крепости героя и тех монументов вечности уже, которые создали для тех людей, которые погибли, отдали свою жизнь. Мы сегодня справляем этот великий праздник Победы. Сегодня хотелось бы говорить о тех уверенных шагах, которые наша страна шла 70 лет под мирным небом. Дай Бог, она будет идти еще 100 лет. Но сегодня пахнет фашизмом, сегодня пахнет нацизмом, сегодня в соседних странах идут войны. Сегодня фашизм приветствуется Европой. Они вспоминают те годы, когда советский солдат отдавал, не вспоминают те годы, когда советский солдат отдавал свою жизнь, чтобы освободить их территории, чтобы освободить весь тот Советский Союз, который когда-то встал на защиту от фашизма. Сегодня меняется политика. Но не меняются устои народа, потому что они помнят, насколько больно досталась война. Сегодня очень жалко, что фактически нет тех очевидцев, которые многие погибли, а многие не дожили до светлых этих праздников Великой Победы. Хочется сказать, что брещане всегда будут чтить этот великий праздник, эту великую победу. Пускай подвиги будут только трудовыми. Поэтому мы всегда стремимся к миру, настоящему миру. Мы стремимся сегодня к процветанию нашей страны, независимости нашей страны. И сегодня оплот, который у нас сегодня над городом, над Бугом, всегда под защитой. С праздником, с Днем Победы! В праздничный день на площади в Брестской крепости состоялся торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Великой Победы. Отдать дань памяти и уважения тем, кто мужественно сражался в боях, и тем, кто не вернулся с поля боя, пришли брещане и гости города. Немало в крепости и стариков. Некоторые приходят поодиночке, есть и организованные группы. Прохожие фотографируются, поздравляют друг друга с Днем Победы, пожимают руки и обнимаются. Праздничное мероприятие сегодня охватывает всю страну. В Бресте традиционно основным местом локации стала Брестская крепость-герой. Святые венки несут к вечному огню и к плитам некрополя, чтобы почтить память тех, кто отстоял мир. Память о неисчислимых потерях и жертвах войны, заполненная людьми площадь церемониалов, на минуту погрузилась в молчание. Звенящую тишину разрядили залпы оружейного салюта. Пожалуй, нет таких слов, которые могли бы полностью выразить всю глубину признательности героям, спасшим без преувеличения весь мир от коричневой чумы. А ведь благодарность важно успеть выразить, ведь с каждым годом на земле все меньше остается солдат Победы. Так к ветеранам и участникам митинга обратился председатель областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Вячеслав Хафизов. Есть еще возможность увидеть здравствующими участников войны, узников фашистских лагерей, блокадников, услышать их рассказы о том тяжелом времени. В День Победы мы прикасаемся к истинной правде войны. Со сцены прозвучали слова благодарности за мирное небо. С низким поклоном и великой юношеской благодарностью выступила учащаяся лицея номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина Янина Абрамчук. Мы, юные брещане, благодарны вам за самое ценное, что ваше поколение оставило нам в наследство – мир. Помнить о цене победы – долг нашей совести. Вы выдержали экзамен на мужество в огненных сороковых. Мы держим экзамен на право быть достойными преемниками воина-победителя. Митинг завершился торжественным маршем военнослужащих Брестского гарнизона, пограничников, сотрудников силовых структур.
Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук ТВ. Знаешь, Полина, я где-то прочитал, что эту войну по большому счету выиграли мальчишки и девчонки, только седина у них появилась до срока. А боевые раны до сих пор не дают покоя тем, кто дожил до победного юбилея. Низкий поклон всем людям и самые искренние слова признательности и поздравлений. Хочу поздравить наших стариков, наших ветеранов в этот прекрасный день. Очень приятно их видеть здесь. Они внесли очень большой вклад в наше будущее, и мы будем ценить, пока бьются наши сердца. Дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы. Желаю счастья, чтобы никогда больше не было боя. Дорогие наши ветераны, поздравляем вас с Днем Великой Победы. Мы, конечно, желаем вам здоровья, максимального здоровья. Так хочется, чтобы действительно было у нас всегда чисто небо над головой. Хотя это благодаря вам все. Уважаемых, очень ценим и дорогих нам ветеранов мы поздравляем и передаем привет из России, Санкт-Петербурга. Мы приехали по этому случаю поддержать своих ветеранов и привезли своих портреты своих дедов сюда. От чистого сердца всех ветеранов, всех потомков поздравляю с Днем Великой Победы. Здоровья, счастья, мира всем, добра, благополучия. Будьте все живы и счастливы. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, поздравляем вас с Великой Победой. От всего сердца говорим вам спасибо за то, что мы живем на нашей земле, что над нами мирное небо. Это по праву ваш праздник. Мы низко склоняем головы перед теми, кто сберег от уничтожения нашу Родину, кто спас от фашистского рабства, дал свободу и независимость многим странам. Победа! Годы уходят, но память о подвиге наших героев, сегодняшних ветеранов не меркнет. Те испытания, которые выпали на их долю, подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ. Мы поздравляем вас, дорогие ветераны, и всех жителей славного Берестейского края с мирным небом, с пением птиц и ароматом цветов, с детским смехом и счастьем быть свободными. Мы поздравляем вас с тем, что много лет назад наш народ совершил подвиг и преодолел войну ради жизни и ее продолжения. Поздравляем вас с Днем Победы! Пусть память о событиях Великой Отечественной войны не позволит нам не любить жизнь. Давайте стараться жить в мире и согласии и всегда помнить тех людей, которые сложили головы на полях войны во имя нашего мирного будущего. С великим праздником вас! С Днем Победы!